Так, едем на лесопеде. А здесь опять вот такие. Глянь там, блин. Глянь, вылазят. Раз, два. Где мы еще видели? А, вон третий. Уже пропали. Некоторые. Ну пусть. И они вот здесь, короче, во мху, прикинь. А ну-ка, давай сорвем. О, вот такой вот красавчик. Так, едем, едем. А здесь раз и подберезовик нарисовался. Конечно, блин, лучше пешочком здесь походить. Получается, так будет эффективнее. Вот так вот, чуть по чуть. А все равно, вот тебе подберезовик, еще один. Есть. Там на сушку. Гриб вкусный, до делов. Чистенький, замечательно. Так, вот такое путешествие. Еду. А здесь вот они. Ой, блин, а маслят сколько. Лиственничных стоит. Вот он. Вон он, наверху. Ну что, срываем. Вот они попрятались за мхом. Это раз. Вот еще один. Вот там их два. Вон, вдалеке еще. Класс. Так что вот такой улов. Маслят. Блин, шляпки довольно-таки богатые, прекрасные. На сушечку забираем. Так. Капец, нифига, сколько их здесь много. Гляньте. Вау, вот это я попал. Вот они, красавцы. Так, вот еще. И главное, гляньте, красивые все. Класс. Так, а вот еще под елочкой. Вот он, красавчик, стоит. Вот он еще один. Немножко прошел. И еще. Вот такой красивый масленок. Попался. Вот такой вот. Отлично. О, какой подубник был, лапой, блин, на всю руку. И, блин, все. Гляньте. Какой был подубник. Все. А рядом. Сейчас посмотрим. О, рядом красивый. Вот такой вот завершающий момент. Опять поддубники. Маслят насобирал хорошо на сушку. Как всегда, смотри следующее видео, народ, и подписывайся на канал.